Божьи слова на каждый день. Таким образом, я трудился и говорил среди вас. Я потратил столько энергии и усилий. Но разве вы когда-нибудь слушали то, о чем я прямо говорю вам? Разве вы склонялись предо мною, всемогущим? Почему вы так ко мне относитесь? Почему все, что вы говорите и делаете, вызывает мой гнев? Почему вы так жестокосердны? Сражал ли я вас когда-либо? Почему вы только и делаете, что приносите мне скорбь и тревогу? Ждете ли вы, пока на вас обрушится день гнева моего и Иеговы? Ждете ли вы, когда я изолью свой гнев, вызванный вашим неповиновением? Разве все совершаемое мною не для вас? Однако вы неизменно относитесь ко мне и Иегове следующим образом. Воруете мои пожертвования, уносите домой в волчье логово приношения с моего алтаря, чтобы кормить детенышей и детенышей детенышей. Люди воюют друг против друга, обращая друг на друга гневные взоры, мечи и копья, швыряя слова мои, всемогущего, в отхожее место, где они становятся столь же нечистыми, как испражнения. Где же ваша честность? Ваша человечность превратилась в скотство. Ваши сердца давно превратились в камень. Разве вы не знаете, что когда придет день моего гнева, я буду судить то зло, которое вы сегодня совершаете против меня, всемогущего? Неужели вы думаете, что, обманывая меня подобным образом, ввергая мои слова в трясину и не слушая их, неужели вы думаете, что, поступая подобным образом за моей спиной, вы сможете скрыться от моего гневного взора? Разве вы не знаете, что вас уже видели глаза мои и Иеговы, когда вы крали мои пожертвования и зарились на принадлежащее мне? Разве вы не знаете, что, воруя мои жертвоприношения, вы совершали это перед алтарем, к которому их приносят? Как могли вы считать себя достаточно умными, чтобы обмануть меня подобным образом? Как можно отвести мой гнев от ваших гнусных грехов? Как может моя пылающая ярость обойти ваше злодеяние? Зло, совершаемое вами сегодня, не открывает для вас выход. Оно лишь способствует тому обличению, которое ждет вас завтра. Оно побуждает меня, всемогущего, обличить вас. Как могут ваши злодеяния и ваши злословия избежать моего обличения? Как могут ваши молитвы достичь моих ушей? Как могу я открыть выход для вашей неправедности? Как могу я попустить вашим злодеяниям, бросающим мне вызов? Как могу я не отсечь ваши языки, ядовитые, как у змеи? Вы не взываете ко мне о своей праведности, но вместо этого своей неправедностью навлекаете на себя в будущем мой гнев. Как могу я простить вас? В глазах моих, всемогущего, ваши слова и поступки нечисты. Глаза мои, всемогущего, видят вашу неправедность как неумолимое обличение. Как можно отвести от вас мое праведное обличение и суд? Поскольку вы поступаете так со мной, вызывая мою печаль и гнев, как могу я позволить вам ускользнуть из рук моих и избежать того дня, когда я и Иегова подвергну вас обличению и проклятию? Разве вы не знаете,
что все ваши дурные слова и речения уже достигли ушей моих. Разве вы не знаете, что ваша неправедность уже запятнала мои святые одежды праведности? Разве вы не знаете, что ваше непослушание уже вызвало мой неистовый гнев? Разве не знаете вы, что уже давно заставляете меня кипеть от гнева и давно испытываете мое терпение? Разве вы не знаете, что уже изранили и скромсали мою плоть? Я терпел до ныне, так что теперь я даю выход своему гневу и более уже не буду проявлять к вам терпимость. Разве вы не понимаете, что ваши злодеяния уже достигли моих глаз, и что мои вопли уже достигли ушей моего отца? Как может он позволить вам так обращаться со мной? Не ради ли вас совершается всякая выполняемая мною работа? Однако, кто из вас стал больше любить мою и Иеговы работу? Могу ли я предать волю Отца моего по причине слабости моей и перенесенных мною страданий? Неужели вы не понимаете сердце мое? Я обращаюсь к вам, как это делал и Иегова. Разве я не отказался от столь многого ради вас? Хотя я и готов перенести все это страдание ради работы Отца моего, но как можете вы в результате моих страданий освободиться от того обличения, которое я несу вам? Разве не вдоволь вы насладились мной? Ныне я был дарован вам отцом моим. Разве неведомо вам, что вы вкушаете столь много больше, чем обилие слов моих? Разве вы не знаете, что моя жизнь была обменена на вашу жизнь и на то, чем вы располагаете? Разве вы не знаете, что Отец мой использовал мою жизнь, чтобы вести битву с сатаной, и что Он также ниспослал мою жизнь вам, дабы вы обрели стократно, что позволило вам избежать столь многих искушений? Разве вы не знаете, что лишь через мою работу вы были избавлены от многих искушений и от многих пламенных обличений? Разве вы не знаете, что лишь благодаря мне Отец мой позволяет вам радоваться до ныне? Как вы можете оставаться сегодня такими бесчувственными и неподатливыми, как если бы ваши сердца очерствели? Как может совершаемое вами ныне зло избежать дня гнева, который последует за моим уходом с земли? Как могу я позволить столь черствым и неподатливым людям избежать гнева Иеговы?